Качке, еще раз. Вот смотри. Ты прыгаешь, смотри, медленно делай. О, до свидания. Посмотри, Рашид. Вот тебе надо зайти за мою руку, правильно? Медленно, начинай удар. Оп, стоп. Посмотри, как ты сделал. У тебя пошла рука вот сюда, видишь, отводится. То есть она еще не перешла вверх, ты уже поднял локоть. То бишь ты рукой вот так сделал. Все, теперь у тебя локоть подняться вперед. Он уже плечо перевернуло у тебя. Попробуй сделать то же самое. Смотри, вот если бы моей руки нет, вот как ты сюда боковой ударишь? О! То есть что ты сделал? Качнул чуть-чуть, да? И просто поднял и в конце перевернул, правильно? Вот, но здесь стоит, тебе надо обойти кулак за мою руку, правильно? Как ты будешь делать медленно? Почти. То бишь, смотри. Опустив кулак, просто опустив, ты начинаешь не отводить сюда руку, а начинаешь поднимать его. Чуть-чуть в сторону. Видишь, как бы переворот так, выкручивает. То есть раз и переворачивается тогда он. Потому что если ты вот сюда руку отвел, все, ты вот на этом уровне уже ударишь. Вот он ты. А тебе надо через мою руку ударить. Попробуй. Нет, 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 нет. Опустил и как бы вот в сторону. Как бы опустил и чуть-чуть открой как бы кулак. Вот. И переворачивай. Давай. Во. Удобно сейчас было? То есть просто вниз и поднимая. Как бы чуть-чуть к тебе, вот как прыгун, знаешь, вот он через делает, вот, через план, когда прыгает в высоту, попробуй. Да. Да, то есть ты вот опускай, как бы можешь, вот, посмотри, вот у меня кулак висит, посмотри. Я вот, оп, как бы вовнутрь немножко, как бы вот сюда, когда вот так сделай. О, попробуй. Да, только одним кулаком. Раз. Медленно ложи. Вот, давай. Да. Вот. Только это все в одном темпоритме сделай. Ну вот это, без локтей. Все. У тебя, видишь, у тебя рука здесь, все. Это вот нужно именно опустил и как бы чуть-чуть в сторону поднимаешь. Перевернуть. Во, обходи мою руку. Бей через дверь. Да, быстрее. Удобно сейчас? А вот и теперь это сделать движение выпрыгивания. Да. Оп, и бедро добавил. Ну, все, двигайся, челнок, поехали. Оп. Ну, оп, что остановился? Тан-тан. Оп. Вверх, Рашид. Алексей Иванович, спасибо. До свидания. В воздухе ударь, пожалуйста. Да, только корпус не выпрямляй. Ну, правую ногу правее, Рашид, опять на одну линию руки стали. Группировка. Ребят, все, пожалуйста, заканчиваем. Двигайся. Ну, Рашид, ну бей сразу, бей рукой. Очень хорошо, смотри сюда, уже ноги сделал, вперед надо, давай. Вверх, в воздухе ударь, приземлись на правую ногу. Да, ну с кулаком вместе. Спасибо. До свидания. Во. Вверх, прыгни в воздухе. Давай покороче, не очень далеко прыгаешь. Покороче, раз, два, оп, здесь ударь. Ну, вот, поймай ручкой это. Да, давай на месте сейчас, чтобы кулак закрепить надо, не сел кулак. Давай, кулаком раз ударил, быстрее. Кулаком. Ну, все, кулаком. Во, назад чуть-чуть, дай плечо. Во, молодец. Да. Вот, а теперь выпрями колени на ударе. Уходит рука вторая. Еще раз. Молодец. А теперь смотри, ты вместе, висит кулак, да, колени опустил. Ты начинаешь вставать вместе с кулаком. Выпрямляй колени. Оп, и ударил. То есть смотри, вот твоя рука висит. Смотри. Вот, он уже вот так немножко пошел. Обходи мою руку, как бы, уже чуть-чуть в сторону. Во, вот здесь грудь, пожалуйста, Рашид. Да, опусти второй локоть. Ну, где группировка, Рашид? Бам, бей быстрее. Молодец. Видишь, локоть вниз. Умница. Молодец, до свидания. Во, хорошо, резче. Да, оп, локоточек. Вот.
Потому что кулак Раши, смотри, как идет. Он не вот тут крутится, он поднимается, переворачивается. И за счет вот этого вращения плеча и идет вперед. Он как вкручивается, но как? Вот положение. Вот он у тебя вкрутился вперед. Бей сильнее. Смотри, куда бьешь. Быстрее. Два удара. Ты плечо расслабь, плечо расслабь. Бей. Кулаком бей, бей кулак, хорошо. Во. Во-во-во, второй локоть держи здесь. Очень хорошо. Держи локоть второй, сейчас ударил. Бей сильнее, быстрее. Тан, одной рукой. Во, еще раз. Ай-яй-яй, опять стал вот сюда. Да. Во. Ты как бы вот тут качнуть надо вниз. Только вот так, чтобы слонюха, сжать кулак. Да, ну все, теперь не смотри на кулак, просто качнул кулаком. Во, ты сюда смотришь, что мне в глаза-то смотришь? Кулак сжимай, бей, качнул быстрее. Бей, быстрее. Быстрее, два раза. Вот, локоть держи, два раза ударил. Сжать кулак, Рашид. Да. Понял по поводу кулака? Ну-ка сними. Бей. Кулак сожми. Сжатым кулаком бей. Бей. Кулак ставь. Да. Висит кулак. Вот боевая стойка. Бей. Вот ты мне должен за руку ударить. Не опускай кулак сам. С ногами. Рашид, ты заранее зачем сюда руку держишь? Вот она висит здесь. Просто вот кулаком, давай без ног. Вот кулаком качни так. Тык, вниз просто. Во, еще раз. Нет, ты вот качнул, вот сюда уходит. Качнул и поднимай вот здесь, переворачивай. Во. Ну, опусти локоть, бей. Да, такой, оп, проведи рукой. Во, как бы, вот как бы даже вот сюда локоточком, вовнутрь чуть-чуть. Вот и все, молодец. Удобно сейчас? Сожми кулак, пожалуйста. Вторая плечо висит. Бей быстрее. Во, молодец. Все, кулаком. Хватит о плече думать. Кулак ставь. Главное косточку поставить кулаком. Во. Еще раз. Бей быстрее. Во. Умница. Вот сейчас получилось. Молодец. Все, свободно.